Привет, ребята, Гудаури, Грузия, Анатолий и Женя. Готовы идти назад? Да. Левую коленку вверх. Левую сделай, чтобы удобнее быть. Все так? Да, правую коленку вверх. Фокус. Все хорошо. Да. Ого. Капец, какая высота. Ну, это небольшая высота. Жень, давай я поснимаю немножко с левой стороны. Красота. Да. Жень, если захочешь, чтобы я крутил тебя так, как твоего парня. Ой, нет, твоего парня. Ага. Да. Скажи мне, это стоит дополнительных денег, там доплатите же нет. Где сам город? Гудаури впереди? Да, Гудаури. Я там живу. А, вы живете в Гудаури? В Гудаури живу. 8 лет. Ничего себе. Ой, как красиво. Ой, там видно что-то. Ничего себе. Хорошо, что ветер сильный. Ну, скажем так, мне некомфортно на стартовой площадке. А, ну да. Приходится ждать сильно. Я ожидаю момент, когда я могу стартовать. А летать? Летать? А, да, это не наоборот, стоим. Это не мешает? Скорость полета у нас очень низкая сейчас. То есть мы сейчас с тобой 5 километров в час летим. Примерно. Плюс-минус где-то. Дальше по Руси, вот там. Давай еще поснимаем для тебя. Вы занимаетесь спортом? Нет, серьезно, вот там, когда мы полетели, паренек ничего не боится. Я говорю, полетели, поколбасимся, ну давай, полетели. А там турбулентность синяя? Да, там хорошо. Блин, вообще никакого. Там отменно, короче. Капец. Тепло, хорошо. А тут это пешая тропа внизу? А машина? Конечно. Да, ну, обслуживание озера для гидроэлектростанции, что там обслуживаешь, понимаешь? Мне просто тропинка такая кажется, как будто бы это, как будто пешая. Ну, просто маленькая. Ну, это не маленькая, там. КамАЗы. Вау!
для 15-летнего человека. Это было нормально. Для любого человека там высоко. Ну что, можно сказать, для 15-летнего человека там. Сейчас его видно. А вы на этой точке все время летаете или вы разные места? Да, в основном мы на